Привет, дорогие друзья! Сегодня у меня вообще очень много что запланировано. Во-первых, мне нужно начать наконец-то заниматься нашим садом. Я вам покажу сейчас, что там происходит. Нужно и перед домом засеять траву, ее проаэрировать, потому что здесь проводились работы, и какая-то трава растет. Но, честно говоря, мне кажется, засеяли не очень. Я сделаю это намного лучше. Я уже купила и траву, и семена, и удобрения для этого. Нужно вытащить все свои машины, которые у меня есть, которыми я буду все это делать. Также я купила шлифовку для стульев и стола, которые мы взяли с рук, и они деревянные полностью, сейчас надо отшлифовать, покрыть это маслом. Конечно, я не знаю, насколько я это сделаю все сегодня, но планы великие. Купила еще я керхер, который моет под давлением, и хочу им помыть террасу нашу, потому что я просто водой шланга спреем таким пыталась мыть, ну такое, оно ничего, конечно, не отмыло. Нужно основательно к этому подойти, под давлением все помыть, потому что у нас дверь постоянно на кухне открыта, выходят кошки гулять, все остальное. И еще в этом влоге я буду собираться в Петербург, потому что буквально на следующей неделе я уже туда уезжаю. Если вам все интересно, все эти работы, сборы и все такое, то продолжайте смотреть. А за это время мы добавили декора в наш домашний кинотеатр. Я заказала рамы 50x70. Мы заказали разные постеры из фильмов, которые нам нравятся. Долго искали, долго выбирали. Они все из разных мест приезжали. Какой-то вообще там из Америки, какой-то из Италии. Хотела для этих рам купить паспарту, но не было подходящего мне размера, потому что мне ширина нужна была буквально 4 сантиметра. Они там по 20 идут или по 10 минимум. Поэтому я купила просто такие листы паспарту и сама все это вырезала. И, в общем, получилась вот такая вот красота. И кто узнал, из какого это фильма? Это вроде бы очевидно, но, может быть, не для всех очевидно. Просто мне как раз нравится, что не написано нигде название фильма, а просто вот для тех, кто точно смотрел, кто точно помнит. А я сейчас сяду порисовать. У меня здесь такая специальная тетрадь, где я уже много чего рисовала, записывала, еще что-то делала. И последний мой рисунок, я считаю, это вообще шедевр, потому что я такого никогда в жизни не рисовала, просто карандашом. И рисование — это, на самом деле, отличный антистресс. Вот эта вот моторика, когда ты карандашом делаешь черточки, у тебя это все вырисовывается в какую-то классную картину. Можно тогда же портреты людей написать. Я не умею рисовать, я никогда не училась этому в художественной школе. У меня много друзей ходили в художку, и мне очень хотелось тоже, но тогда это было дорого, и, в общем, я ходила в музыкальную вместо этого. И вот недавно я открыла для себя школу Матита. Когда я увидела этот первый рисунок, который мы будем рисовать, этого котеночка Мейн-куна, я думаю, ну нет, ребята, у меня вообще там каракуль получится, это невозможно. И вы знаете, я сделала это довольно быстро. Пока у меня было 20-25 минут, я следовала инструкциям преподавателя, который очень подробно все рассказывал, рисовал вместе со мной. И преподаватель Егор Матита, художник-педагог с 8-летним стажем преподавания, он рассказывал про то, как он пришел в это рисование, как он, у него не было никакого дара, и как он этому научился, как вообще можно начать рисовать с нуля в любом возрасте. И это реально работает, это просто скилл. Он сам владелец арт-студии на Цветном бульваре. И также еще и сертифицированный арт-терапевт. Приятный голос, очень приятно вместе с ним рисовать. Он прям так все объясняет. И в итоге даже не то, чтобы я прям за ним повторяла, а я уже рисовала сама, глядя на пример. Я уже сама смотрела, где какие тени и все такое. Посмотрите, какой у меня шедевр получился с первого раза. Я просто впервые взяла вот так вот карандаш и ластик, чтобы потом что-то подчеркивать, белые пятна. Я, честно говоря, не ожидала. Я даже не старалась особенно. Я просто вот быстренько так нарисовала, и у меня реальный котенок. Так что если вы хотели научиться рисовать, либо просто хотите для удовольствия иногда что-то порисовать, и чтобы у вас реально получалось, потому что это реально получается, это какая-то магия, я приглашаю вас на бесплатный 3-дневный вебинар по рисованию от школы Матита. И научитесь там рисовать и котят, и людей. Вы будете довольны результатом. Это 100%. Я в шоке от своего результата, я должна сказать. Как он у меня вообще получился такой реалистичный? Это я рисовала? Переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на вебинар. There's
Миленько. Становится миленько. Еще лампочки хочу вот так вот здесь повесить. Вообще, мне кажется, два таких горшка надо, чтобы прям во всю стену. Сижу, осматриваю владение и заметила, что у нас там антенна есть какая-то. Ну, явно старая, потому что я не знаю, кто сейчас еще пользуется антеннами. И как вообще к ней подключиться. И думаю, что на самом деле мне вот там, где сейчас цветочки повесила, нужно еще один горшок, понятно, и плющей купить, чтобы они по этой сетке от кошек пробирались, забирались и как раз будут немножечко загораживать от солнца. А хотя нет, солнце с другой стороны падает. Но все равно будут там сидеть красиво. А там у нас кормушка для птичек, видно? Вон. Соседская кормушка висит, чтобы птички ели. Поэтому они у нас тут кружатся, и поэтому кошки сидят постоянно около этого забора, смотрят куда-то. А еще вот там у меня гнездятся шмели. Ну, по крайней мере, один, который я сейчас показывала, жужжал. Я поняла, что там гнездо. Я сейчас почитала. И они как раз сейчас начинают этот сезон. Будут там шмель, да? Бамблби. Такой большой, большой такой. Как большая толстенькая пчела. Они такие смешные. Я с ним поговорила. С ней, наверное. Даже я думаю, что это девочка. Я с ней поговорила. Говорю, давай ты не будешь шуметь. Она сидит, крыльями вентилирует. Очень шумно. Прям мне даже отсюда слышно. Она так на меня смотрела. Перестала жужжать. Потом взяла и улетела. Но минут через пять опять вернулась. Я так понимаю, что они там будут жить все лето. Но что буду с этим делать? Ничего. Они вообще шмели, это не осы. Осы, конечно, нужно было что-то делать. Шмели они добренькие, хорошенькие. А еще вот там у меня осветительный прибор висит, и прямо над ним гнездятся птицы. Окно моей гардеробной. И я вот видела, как птички носят туда всякие листики для гнезда. Я думала, что они какое-то время перестали, потому что гнездо такое было жидкое. Сейчас смотрю, оно такое основательное уже, но я там особенно не вижу птиц. В этом доме у нас намного меньше поверхность газона, поэтому я думаю, что я быстренько справлюсь. Сейчас проверим. The old ways get washed out by the rain. Так, здесь скорее даже больше для себя покажу. Вот такую траву я засеиваю. Вот такую. Если мне придется подсеивать, то я и найду ее в этом видео. Теперь всю поверхность покрываю вот таким вот удобрением. Так, со внутренним двориком я решила пока оставить так. Просто покосила траву, потому что на самом деле работа оказывается больше, чем я представляла. Кажется, что такая небольшая территория, и быстренько все сделаю. Но здесь есть некоторые дырки, которые нужно заполнить землей. Это значит, надо купить землю, нужно ее реально прорыхлить. Потом убрать весь этот мусор после аэрации. Я думаю, что сегодня я уже не успею, потому что нам еще скоро идти на ужин. Поэтому этой частью я займусь попозже. Здесь много мха, кстати, вот туда вот уходя к лесу, там уже мох растет. И вообще здесь на самом деле не такой толстый слой земли, буквально несколько сантиметров, а внизу камень. Потому что мы вот на горной местности здесь находимся. Горы сзади меня. Trees are in green, the ocean is gray, sky is a vague blue, come my way. My room is a mess, it could use a hand. My favorite TV shows are capturing. I know I must get it right, must get back in the fight. This can't be a surprise, I think I let it slide. I'm sleeping.
Ярма вернулся из тренажерки, и теперь его очередь, а я дома ем. Ярма все домыл. Теперь у нас тут чистота. Остались еще следы от собаки, от собачьих лапок, где она тут бегала. Ладно, с каждым разом мытья. Я думаю, что это не последний раз за это лето. Я мою эту террасу, тем более будет сыпаться что-то с деревьев. Нужно будет периодически мыть. Вот, а теперь мы будем собираться на ужин. Доброе утро. Вчера мы погуляли с мужем хорошо так в городе. Кстати, я, по-моему, никак не озвучила мою прическу. Сейчас она примялась еще, мою челку. Вы могли заметить, что она снова стала короткая. Это был не мой референс. Мы недопоняли друг друга с мастером. Он меня покрасил, во-первых. Мне очень понравилось, как он мне сделал цвет. Я еще не мыла волосы после этого, поэтому здесь они прям все темные, такие по всей длине, вы знаете, прям как мой натуральный цвет. Но так как концы окрашенные, после того, как помою пару раз, они все равно немножко осветлятся. Концы были осветленные. А челку я хотела более длинную, то есть, чтобы она как бы у меня вот сюда уходила, чтобы я могла укладывать. В общем, мы друг друга недопоняли. Я понимаю, смотрю в зеркало, оно у меня опять просто подлетело, короткое. Я думаю, ладно, Настя, не расстраивайся, это все отрастет. Он увидел, что я не в восторге. Он говорит, я что-то не так понял. И, в общем, в следующий раз я прямо ему покажу еще раз фотографию, потому что я ее показывала, что мне надо. И вообще, может быть, в следующий раз даже не стричь челку, а дать ей отрасти. Потому что я хочу челку, но я хочу не такую четкую, не такую... чтобы она была густая, хочу, чтобы она была более живая. Захотела, сделала ей объемы, захотела, сюда увела. В общем, захотела, вообще убрала. Немножко так, как у Алисон Тоби. Вот она у меня этот... Это мой референс. Челка Алисон Тоби. Мне не то, что не нравится, просто не то, что я хотела. Посмотрите, что за окном происходит. Снова к нам пришел соседский кот. Сидит, смотрит. Декстер напряжен, Максик как-то... Вообще непонятно, что чувствует. Он приходит смотреть на них. Вот сидит с разных. То на кочке там, на камушке, то сверху на горе. Сидит, смотрит. Еще вчера, пока мы гуляли с Ярмой, мы вообще ездили ему за покупками. Заказали ему костюм тройку. Он хотел прям определенного необычного цвета. И действительно, у него такой будет светло-персиковый, очень классный. И я зашла в Sephora. Я зашла вообще в Sephora, чтобы купить тушь. Это тушь, которую я постоянно покупаю, пользуюсь. Мне нравится, что она снимается чулочками. И вообще мне нравится фирма Tarte. У меня моя уже заканчивается. Вот у нее такая кисточка, сейчас покажу. Кисточка вот такая вот силиконовая. И прям очень прикольно. Хорошо ложится на ресницы, поэтому я ее все время покупаю. Но я туда зашла, Sephora, конечно, они такие молодцы. Они когда... У них там музыка играет, запахи и все такое. Ты не можешь выйти оттуда только с тем, зачем ты пришел. Но для этого должна быть большая сила воли. У меня иногда получается, но в этот раз я зашла, я даже другие вещи какие-то не смотрела, но у меня вот Tarte, я их люблю. Я думаю, а что тут еще есть? Купила еще блажь вот такой вот, которым я сегодня буду пользоваться, кремовый. На лето кремовым вообще приятнее пользоваться, чем сухими текстурами. И купила вот такой вот блеск для губ, который прям покрывается таким
как виниловым блеском, очень красивым. Цвет называется гибискус. И он выглядит как помада, но наносится прям как... Но на губах выглядит как блеск. Интересно. В общем, сейчас-то попробую. И я когда подходила к кассе, мне девушка, которая стоит на кассе, говорит такая, сейчас я посмотрю, что у нас из подарков есть для Тарт. И прикиньте, она мне выносит подарок, вот такую палетку красивую, просто вообще. Подарок больше, чем то, что я купила. И внутри вот такие вот цвета. Я уже их попробовала вчера, когда домой пришли, посвочила. Они такие яркие, прям вообще. Я думаю, даже я сегодня, может быть, попробую вот этот вот шампейн нанести, что-то такое красивое. А сегодня, кстати, я иду на baby shower, поэтому вот сейчас собираюсь, немножечко накрашусь. Я готова. Сегодня такая голубая тема. Голубые очки тоже. Все. Пора ехать. И главное, подарок не забыть, он со мной. Пока я была с девочками, Ярма тут шлифовал мебель. Посмотрите, как все он шлифовал хорошо. Ну, не до конца еще тут дофига всего. Нужно сделать по мелочам, но все равно уже огромная разница в цвете. Я сейчас все это маслом покрою. И все, естественно, что мы мыли, все снова запылилось. Сейчас нужно пройтись, немножко убрать эту пыль, потому что вообще везде лежит эта деревянная пыль. Здесь, ребята, я хочу просто похвалиться нашей вишней. Я думала, это яблоня. Нет, это вишня. Просто потрясающе. Огромное дерево прямо над нашим двориком, над нашим столом. Как красиво. Это каждую весну вот так вот будет. А потом еще вишенки там есть. Я просто в восхищении. Я на самом деле туда хочу повесить кормушку. Я знаю, очень красивую нашла кормушку. Мне надо заказать. Вот здесь повесить либо для белочек, либо для птичек. Наверное, скорее... Ну, может быть, они и те одинаково могут есть, чтобы она как бы не на нашей территории была, чтобы они сюда не заходили, потому что кошки все-таки гуляют. А там были. И он, к нам уже приходила белочка сюда, чтобы она почаще приходила. Думаю, ее надо прикормить. И снова мы в гардеробной, и снова я собираюсь на мероприятие. В этот раз у нас будет девичник перед свадьбой одной из подружек, которая состоится в июне. Это, кстати, будет для меня первый раз, когда я поеду, когда я буду на шведской свадьбе. В Швеции я ни на одной свадьбе еще не была. Вчера мы смотрели с Ярмо Евровидение. У нас, конечно, появились свои любимчики. У меня на первом месте из моих любимчиков была Хорватия. Но у них действительно классная песня, это такой рок, поп-рок, которая вообще на фестивале поп-песни выделяется, конечно, такая ритмичная. Мне понравилась очень. Я ее загружу, буду в свой плейлист, буду слушать в машине с удовольствием. На втором месте у меня Германия. Мне очень понравился его голос, тоже так прям очень приятно слушать. Такой тембр красивый. И на третьем месте Латвия. Хотя у многих очень там какие-то шикарные, дорогостоящие шоу. У него практически не было никакого шоу, он был один на сцене. Но голос очень красивый, песня хорошая. Тоже буду слушать в машине. Остальные я не загружу в свой плейлист, они прошли мимо. Победила Швейцария у нас в итоге. Она вообще мимо меня прошла. Когда все начали голосовать за Швейцарию, я думаю, что они пели? То есть я как-то, знаете, хотя я все это смотрела, но совершенно мне почему-то он не запал в память. Потом уже пересмотрела, вспомнила, да, она такая цепляющая. С первого раза я не обратила на него внимания, не подумала даже, что это будет какой-то конкуренции Хорватии. И другим моим любимчикам. Но что, в чем я удивилась, ребят, это какие высокие оценки были у Ирландии. Кто смотрел Евровидение? Как вам вообще? Во-первых, песня мне сама тоже не очень понравилась из-за тембра голоса. Она такая, ну, тяжело ее слушать, надрывная. Но это вкусовщина. Но шоу, как... Был прям, знаете, да, страшно смотреть. Такое темное, вот этот вот дьявол там, она прям, ну, вы знаете, неприятно. Что
тоже было интересно. Великобритания мне тоже не понравилась. Из самых таких минусов, когда, значит, такие... А можно проголосовать против? Там, значит, отправляешь голоса, мы отправляли голоса, а проголосовать против нельзя, потому что мы хотели проголосовать против Ирландии, Великобритании и Финляндии. Финляндия тоже вообще нас сильно разочаровала. Ярмак, так было стыдно. Он говорит, как так? Ну как так, да, вот вообще? Типа, как будто бы он там голый бегает по сцене. Ну, в общем, все-таки на шоу смотрим, да, это визуальный конкурс, поэтому тут даже песня песни, но представление, шоу должно быть тоже соответствующее. У них было, конечно, не очень. Ирландия просто ужасно страшная. И Великобритания тоже. Вообще, о чем это? Что это за оргия какая-то на сцене? Ну, я не понимаю. Я не очень люблю такие темы. Тем более сейчас, вот во время всего, что происходит в мире, как раз наоборот, хотелось бы через такие большие платформы нести любовь, там, что-то, какие-то хорошие ценности, а не вот это вот прям бесовщина, реально. Я как бабулька сейчас звучу, но так и есть. Баба Настя знает, о чем говорит. Мне, в общем, не понравилось. Мне все время, знаете, сложно теперь обсуждать вот именно, как сделано это. Я, конечно же, у меня есть мнение, да, нравится, не нравится. Но потом я начинаю думать, что над этим работали люди, да, это все-таки работа была проделана. Не хочется обижать, даже если они это не услышат, обижать чью-то работу. Потому что я с этим сталкиваюсь. Ну, мне же могут писать там разное, да? Конечно, когда ничего не показываешь, то и непонятно, что это за ощущение. А когда к тебе это к самому приходит, то ты уже понимаешь, как это чувствуется, и не хочешь это другим людям делать. Ну, а вы расскажите, какие вам понравились, какие не понравились. Может быть, вам понравились те выступления, которые мне, например, вообще не зашли. Это же чисто мое только мнение, что мне понравилось, что мне не понравилось, отвечающее моим вкусом и ценностям. На улице у нас 20 градусов, так что я решила пойти так, в таком летнем платье. Нанесла на себя автозагар, но что-то его пока не очень видно, может быть, не до конца проявился. И в таких кедах, чтобы было удобно. Ну, в основном мы там будем, на самом деле, в купальниках все время. И это чисто, чтобы поужинать перед спа. What a wonderful life. How lucky am I? That I get to hold your pretty hands in mine. No clouds in the sky, nah. When you're by my side, it's like the sun is shining from those eyes. And darling, when you look at me, I forget how to breathe. Noise starts turning to a song, and I was blind, but now I see. Looked for eternity, but you were right there all along. Ну, а мне пора упаковываться в Питер. Я уже тут вытащила чемоданы нужные мне. И здесь я вытащила летние вещи, конечно, очень зря я не разобрала их заранее, потому что я тут копошилась, вытаскивала, на самом деле, что мне надо, и немножко в смятении думаю, а нужно ли мне прям летние вещи, там, конечно, 20 градусов, но все же, может быть, прохладно. Сейчас думаю, что мне на самом деле взять. Ну, я беру с собой льняные рубашки, беру с собой джинсовую куртку, вот я здесь повесила, пиджак белый, возьму одно платье вот такое вот легкое. Потому что я еще после Питера буду пару дней в Турции, а там вообще 28 градусов жара, думаю, она мне пригодится. Это пижама, а что это такое? Это я в чем-то испачкала, оно так и не отстирывается. Странно, блин, жалко. Ну ладно, оно чистое. Маме купила тут разные шоколадки, свинто. Свинто — это вообще вещь, которая оттирает все. Подружке взяла крем. Там еще у меня сыры всякие, икры, которые наши шведские. Сюда тоже сложила, что мне нужно взять. И, в общем, украшения, несколько маечек, футболок. Из обуви я беру, ну, я поеду в кроссовках, полечу, и беру с собой лоферы. И вот такие вот прям открытые шлепки на случай жары. Ну, по крайней мере, в Турции, наверное, в Стамбуле будет очень жарко. Как раз в них буду ходить. Если хочу закрытые, то эти, если вообще прохладно, то надену кроссовки. Думаю еще, какой парфюм взять. Меня там в Питере еще ждут очень интересные парфюмы.
Ну, думаю, с собой взять что-то маленькое. Может быть, что-то из пробников выберу. Нужно будет упаковать косметичку с уходом и с макияжем. Сумку, кстати, да, сумку я беру только вот эту вот с собой. Мне ее достаточно, она летняя и вместительная. Как бы у меня так мало достаточно получается, куда мне такая огромная сумка даже, я думаю. Может быть, я еще что-то взять. В общем, надо начать все складывать. Я раздумываю, в чем мне ехать. Я обычно езжу в спортивном костюме, но тут я хочу, на самом деле, надеть джинсовку. Знаете, смотрю на все это, ужасно не люблю собираться, потому что ты думаешь, а вдруг мне это пригодится, а вдруг это. И это люблю, и это хочу взять, и это. Как выбрать? Как выбрать? Я не знаю. Все же поеду в своем обычном бежевом костюме, в котором я все время езжу, а джинсовку упакую. Что-то у меня иначе не получается. Кстати, я показывала, я блеск для губ купила от Tarte, вот этот красивый. Я его потеряла. Представляете, в первый день взяла с собой, потеряла в спа. Мне кажется, я его на кровати оставила. Я его видела там в последний раз. Теперь упаковываю маленькую сумку. Зонтик. Ну, не буду брать с собой. Не пригодится. Так, сюда я положу колоночку свою. Очки. Украшения. Естественно, всякую технику. Так, что мне здесь надо из офиса? Беру всякие диски. Компьютер у меня пока работает, я его попозже упакую. Штатив. Для лаптопа купила вот такой вот чехол. Мягенький, потому что с него все сняла, чтобы он был голенький. Мне так... Он так лучше закрывается. И такой вот... Такой мякиш. С собой беру вот эту вот штуку. Я, надо сказать, немного нервничаю, потому что поездка такая необычная для меня, да, необычный маршрут. Я думаю, что главное ничего не забыть, все ли я помню, где номер телефона, где я забронировала квартиру, потому что, кстати, я буду останавливаться не у мамы в этот раз, а в городе. Мама, наоборот, ко мне приедет в город.
и я сняла квартиру. То есть я еду через Турцию, прилетаю в Турцию, там 4,5 часа пересадка. Я думаю, так, надо, главное, не забыть зарядку с собой положить, чтобы телефон не разрядился. После этого опять долгий перелет в обратную сторону. Там приземляюсь ночью уже. То есть я уже буду уставшая. Мне нужно взять машину, доехать до центра города, заселиться. Будет ли вода в квартире или где мне ночью заказывать? Предоставляют же ночью, я же все-таки в России. Ну, в общем, много таких моментов, знаете, которые, за которые я переживаю, как все это организовать. Да, кстати, еще и на обратном пути домой я еще проведу денечек в Стамбуле. Хочу сходить в гарем из Великолепного века. Поэтому мне еще, наверное, упаковываться сложно, потому что я еще, когда я еду одна, я такая, блин, все ли будет хорошо, везде успеть, там ничего не потерять, я не знаю, вот такие вот моменты. Я все время переживаю, и я очень хочу не переживать, если честно. Хочу на чили. У меня уже кольцо говорит, что у меня стресс весь день. Оно, кстати, говорит, когда стрессуешь, говорит, подышите. В общем, буду сейчас дышать, делать себе маникюр-педикюр. Кстати, прелесть того, что я не покрываю ногти гель-лаком, что я в любой момент могу его сделать сама. Не надо никуда записываться, ехать. Села и сделала, даже ночью. Сделаю сейчас маникюр и... Ну и пойду спать, потом завтра с утра выезжать. А с вами я увижусь уже в Питере, точнее, даже, наверное, в поездке. Я включу камеру. Увижусь с вами в следующем влоге из Питера. До встречи. Пока-пока.